Интересное дело, вы знали, что в Казахстане растет число преступлений, связанных с торговлей людьми и рабством? Только с начала этого года около 70 подобных фактов. Сегодня мы познакомимся с общественниками из фонда «Коргау Астана». Они помогают людям, оказавшимся в сложной ситуации, обрести второй шанс. Больше 16 лет они защищают права тех, кто не может постоять за себя самостоятельно. Это женщины, как правило, беременные или с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Жертвы бытового насилия или торговли людьми. Мы делаем те вещи, которые никто не может сделать. А наша организация, она продокументировала всех женщин и детей, вернувшихся из Сирии. Наша организация оказывает помощь кризисным центрам по Казахстану, потому что мы находимся в Нур-Султане, имеем связь со всеми посольствами. И мы документируем случаи, когда люди больше 50 лет не имели документы, когда целые семьи, целые поколения не имели документы. И, конечно, если говорить про детей, то в регионах, в селах, в отдаленных городах есть, когда ребенок ходит в школу, семья живет, но или ребенок и не ходит в школу, и семья начинает уходить от социальных служб, но у них нет документов. И мы полностью социализируем такие семьи, помогаем вернуться к нормальной жизни и родителям, и детям. В центре считают, первому потоку, который вывезли из Сирии, очень повезло. Этот проект был самым успешным. Второму повезло меньше, работа затянулась из-за нестабильного финансирования. Тем не менее, все, а это почти 500 человек, регулярно получали продукты и одежду на каждого ребенка. Мы детям, которые не учились в школе, детям, которые были лишены всего, дали возможность за полгода социализироваться. Там были экскурсии в школы, экскурсии в акиматы. Мы открыли на период лета до школы летние школы, где усиленно с каждым ребенком несколько репетиторов занимались. То есть это уникально вот в плане в этом. И благодаря этому дети, которые до этого не ходили в школу, не испытали стресс, пойдя в школу. И некоторые дети даже смогли, так как они не учились, и, например, это уже были взрослые дети, там 9-10 лет, и ребенок, он смог один класс догнать благодаря тому, что все лето усиленно с детьми занимались. Пандемия коронавируса сказалась и на работе кризисного центра. Уменьшилось финансирование, а число тех, кому нужна помощь, стало намного больше. Но к работе в прежнем режиме здесь еще не вернулись. Функционирует 7 центров, остальные все еще помогают удаленно. Карантин заканчивается, конечно, государство вернется к этому вопросу и нашим центрам уделится внимание. Потому что нужно сказать, что карантин наложил большой отпечаток вообще на общество в целом. И с экономической точки зрения те семьи, которые были ранее благополучными, да, они опустились вниз. Центр держится на голом энтузиазме тех, кто привык помогать и уже не представляет для себя другой жизни. Анна, скажите, пожалуйста, вот вы этим занимаетесь уже больше 16 лет. Вам для чего это нужно? Это же очень сложно переживать каждую историю. Это столько проблем сваливается на голову. Вам зачем это нужно? Это невозможно ответить. На этот вопрос ответа нет, потому что если... то есть я, да, ощущаю на себе профессиональное выгорание не тогда, когда помогаю людям. То есть когда я вижу, что у человека все хорошо, что вот он пришел к нам без одежды, без документов, без работы, и через полгода это нормальный социализированный человек, который вот... очень благодарен, да. А вроде все оценивают нашу работу. У нас огромное количество там, благодарности, там, грамот. Но мы не ощущаем поддержки. А когда ты прилагаешь все свои силы, то есть у нас же доходит до того, что мы свое личное имущество продали для того, чтобы поддержать свои центры, да. То есть мы, грубо говоря, как есть, да, скажу, мы разоряем свою семью для того, чтобы поддержать центры. Мы работаем по 12 часов в сутки, там, выходные работаем. Мы стараемся помочь этим людям. Да, мы помогаем этим людям, но должна быть какая-то система. Социальная реабилитация и психологическая помощь – вот две главные составляющие, которые помогают человеку восстановиться. То есть если не вы, то никто? Если не мы, то никто. То есть есть конкретные ситуации, когда люди говорят, что я 10 лет, 15 лет хожу, борюсь, и только когда пришел к вам, я смог решить свою проблему. В центре также стараются мотивировать человека к нормальной и счастливой жизни. Пытаются пристроить на курсы, ведь получил специальность, появляется уверенность в будущем.
А как вы здесь оказались? Я сперва приехала сюда, меня позвали в гости. И подруга сперва считала ее подругой своей, а она оказалась и заставляла насильно. От истории Валентины мороз по коже. Доверчивая девушка попала в сексуальное рабство. Ее документы забрали, сейчас она ждет ребенка. Пока живет в центре и хочет наказать тех, кто подло с ней поступил. Подозреваемые в преступлении по-прежнему находятся в розыске. Как вообще к вам относятся? То есть все ли, ну, помогают? Или да, помогают, все как положено, как дома. Угу. Кормят. Помогают здесь и детям, и не только тем, кто вернулся из зон террористической активности, но и юным казахстанцам с особыми потребностями. Я в своей личной жизни узнала, что у нас в подъезде живет мама, у которой ребенок ДЦП, сложная ситуация. Через 10 лет, случайно увидев, что она открывает окно и выкладывает его дышать на воздухе. Да, я видела, что она гуляет с 4-летним ребенком, но на окно гулять вышел ребенок 12, примерно где-то 15 лет. 10 лет я прожила в этом доме, и 10 лет никто из соседей не знал, что у них. Это была закрытая тема. Сейчас мамы поменяли свою позицию, и это большой успех. Знаете в чем? В том, что они стали говорить о тех проблемах, которые нуждаются. Если они видят, что государство не может в силу каких-то обстоятельств помочь их категории детей, да, с определенными заболеваниями, например, дети с диагнозом бифидоспина, на что пошли мамы? Они стали искать средства и приглашать специалистов из других стран. Бывает и такое, что дети сами хотят жить в детском доме. Уйти из дома толкает конфликт в семье. Конечно, необходимо создание таких центров, как наш. Я хочу вам сказать, что орган опеки, вот в городе Нур-Султане у нас 5 человек. Они могут охватить всю работу? Конечно. Нет, не могут. Ювенальная полиция не может, потому что, тем более, они сейчас приняли изменения в законодательство, касающиеся ведения медико-социального учета. То есть они правильно делают. Полиция должна только фиксировать совершенные преступления, а профилактика, сопровождение семьи, это должны осуществлять социальные. Каждый должен заниматься определенным направлением своей работы. В центр обращаются разные люди. Этому мужчине уже за 70, у него есть дети и внуки, но он оказался никому не нужным. 23 года провел в трудовом рабстве. Работал за еду. И это недалеко от столицы. Все обещали, мы будем платить, только куда тебе торопиться. А потом скот продавали, иди отсюда, ты нам не нужен. А еда, одежда, вот эти все вещи? А это мне кто что дал, то люди давали многие. Видя, что я там оборонник, как уже рядом. Ну вот на тебе. Так кормил, поил. Он сбежал и теперь живет в центре уже 1,5 года. Ждет восстановления документов, но процесс серьезно затянулся. А сколько вы уже живете без документов? Я, если сказать, 75-го, то есть 95-го года. Вы с 95-го года живете? Да, без документов. А вы пытались как-то восстановить? Вот я везде, и в отделах милиции, и кто забирал, и кто крестил, и кто чего, я все бегал. Но мне все завтраками кормили. Потом мне пришлось работать. А где я работал, я был, как вам сказать, пастухом. Там скот не бросишь. А куда не кинешься, через месяц. Меня, как работодатели вот эти, не пускали. Вот. Или иди отсюда, или работай. Своим делом мы будем заниматься. И так никто не делал. Вот поэтому я и так попал сюда. В каждой судьбе попавшего сюда своя драма. В центр бегут от безысходности. Кто-то от мужа-тирана или насильника, кто-то от преступника-работодателя. Страшных историй масса, но здесь всем дают надежду, шанс на исправление и нормальную жизнь.